Бесшумный батл на форуме «Россия – страна возможностей» ивановский художник и танцор Александр Гущин станцевал со звездой эстрадной хореографии Алексом Брижей. Известный танцор и мастер хип-хопа согласился на дружеское соревнование, не задумываясь. При этом никто из случайных зрителей не слышал музыки. Зажигательная мелодия играла у танцоров в наушниках. По завершению спонтанного батла Алекс Брижа пригласил ивановца в свою студию. Мы просто взяли и начали танцевать. Честно, просто безумный экспромт. Я даже вообще даже не думал, что так получится. Но это просто то, что берет из души. Я посмотрел на него, как он танцует, это еще безумно легче, чем, ну, не знаю, у меня получается. Хоть я и танцую, короче, 5 лет народных танцев и 4 года вот современки. Вот, тут парень 9 лет, ой, 13 лет. И это здорово, это классно.